Здравствуйте! С вами вновь магазин «Тульские гармонии» от Павла Уханова. Многие из вас знают, что я сотрудничаю с мастером Андреем Чебыкиным, который занимается реставрацией многих инструментов, в частности, тульских. И сейчас он мне прислал вот такую вот любительскую гармонику в старом корпусе, без целлоида, чистое дерево с инкрустацией. Она полностью восстановлена и выглядит как новый инструмент. Планка цельная, тональность Ре диез. Кстати, мастер планки Хорошилов. Инструмент обладает тембром не современным, а тембром тех лет, так как гармошки делали там 50 примерно лет назад. Сейчас немножечко настраивают по-другому, ну потому что сейчас за окном 2022 год, и вкусы меняются. Вкусы развиваются, в том числе музыкальные. Но есть много любителей гармоники, которые ищут инструменты именно с тем звуком. Ну а каким тем? Ну сложно объяснить это словами. Давайте лучше послушаем. Разумеется, гармонисты не только наигрыши играют, но и песенный репертуар обязателен для каждого гармониста. Гармонь и песня всегда ходят парой. Поэтому давайте исполним какую-нибудь известную всем песню. Заодно проверите, как вам тембр инструмента под пение и как вам тональность под голос. Ну а в помощь нам будет песенник гармониста, выпуск номер 2. Он еще не вышел, хотя я не знаю, когда вы будете смотреть это видео, но у меня он уже есть, потому что я являюсь составителем этого песенника. Там ноты, там тексты, там цифры для тех, кто учится по циферной основе, но самое главное, там видеоуроки. У меня сейчас пока есть только ноты, видеоуроки я не записал, но совсем скоро запишу, так что знайте, скоро выйдет второй песенник гармониста, там будет 50 популярных песен, в том числе песня «Хуторянка». Знаете такую песню? Из репертуара известной певицы Софии Ротару. И каждая песня там в двух вариантах. В простом и в сложном. То есть и для новичков, и для любителей со стажем, так скажем. Ну а сейчас я сыграю такой средний вариант. Ну и от себя что-нибудь добавлю еще. От себя, скажем так, в прямом эфире. Вот
такая хорошая песня, вот такой замечательный инструмент. Я думаю, найдутся любители именно гармоник в старом корпусе, кто ищет именно отреставрированные хорошие инструменты и именно с тем самым звуком. Кстати, в описании к этому видеообзору есть ссылка на Гармона Battle. Я решил сравнить вот этот замечательный цельнопланочный инструмент старого образца, старой школы, с современной гармоникой. Потому что есть люди, которые считают, что современные гармошки хуже, чем были раньше. Я не буду высказывать свое мнение сейчас, лучше посмотрите Гармона Battle. Ну а если вам эта гармошечка понравилась и вы хотите ее приобрести, звоните по телефону, который видите на экране. Это телефон не нашего магазина, а мастера-реставратора Андрея Чебыкина. Инструмент находится у него. Он вам все про него расскажет и отправит транспортной компании куда угодно. Ну а я, что я? Я сыграл на инструменте, рассказал о нем. Ну а вы решаете, хотите вы его приобрести или, может быть, подождите, когда появится инструмент другой тональности или с другим оформлением. Ну, решать вам, хозяин-барин. С вами был Павел Уханов. Желаю вам самого всего наилучшего. Ну и, конечно же, здоровья. До свидания.